Церковный звон возвестил о торжественном начале крещенского сочельника. Анапчане начали сходиться к храму святого Ануфрия задолго до утренней службы. Каждому хотелось успеть поставить на стол, расположенный внутри церковного двора, воду для освящения. В Божьей обители совершается литургия Василия Великого, в которой торжественно читаются пророчества о первом пришествии Спасителя мира. Сегодня по уставу православной церкви день постный. Сегодня после совершения великого освящения воды благословляется постная пища без растительного масла. С хоругвями и иконами священники выходят во двор храма, чтобы призвать на воду святую благодать. Великое освящение называют агиасмой. Водой окропляют иконы, жилища и даже подсобные помещения. Она обладает удивительными свойствами, говорят православные. Вот я сама пользуюсь, да, мне от этого пользы. Духовное устроение твое худшее, прям, ну вот уныние и скорбь, да, выпьешь, молитву прочитаешь, и как-то другой совсем состоянием. Это наша жизнь, это наше благополучие, это наше здоровье. Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая Богоявленская вода в продолжении многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника. Поэтому благочестивые прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой на целый год. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа регион.